Всем привет! У нас маленько похолодало, кстати, было 18, упало до 16, что-то резко потеплело. Погодка отличная, ветра нету, вчера было 13-14, и ветер было холодно. А, перешел я на уголь, сейчас покажу котелок. Еще углярка сломалась, сегодня починить. Вот вставочка для топки дровами, перекрываю колосничок и второй колосничок. Получается, вчера, ну вот 11 часов назад загружало 4 ведра, обычных вот таких. И все, у нас время начало 8, печка уже 50, ну 51 стоит на 60. Тут у меня растопочка, дрова остались, оно не стало дровами растопить, потому как время горения 6 часов загрузки, как бы это мало. И на улице до 20 мороза, как бы это довольно-таки холодно уже, и бегать ночью мне не хочется. Как раз почти 2 суток протопил на дровах, сейчас посмотрю состояние теплообменника, как он обгорел после угля. Открываю прямую тягу. Здесь я закрыл. Ну, там остатки, чтобы не дымило мне. Вот такая красота. Сейчас я быстренько его почищу. Там у меня дрова мешают заслонку открыть. Ну, тут первый ход хорошо видно, как хорошо выгорел. Вся шуба эта от дров после угля отваливается хорошо. Сейчас я быстренько почищу. И затопимся мы на угле дальше. Вот, почистил. Там еще угли. И вот дымок идет. Сразу сильно не чищу, потому что смысла нет, его не очистишь. А что, прогорел весь. Сейчас на угле будет топиться, все это со временем очистится, будет чистенький, как и раньше. Это все отложение получается у нас от дров. Горизонт тоже почистил, дымоход. У меня вот такая чистилка вот есть. Потом чистить буду. Поснимаю, поподробнее покажу. Очень простая, удобная. Так, ну все, закрываю. Сейчас вычищу зольник. Вычистил зольник. Вот такие вот наростики там были, теплообменники. Это от дров вот этот накипало. Они сухие. Вот они в ведре. Это низкотемпературные вот топки на дровах. Вон, все в этом дегте обросло. Вот. Больше 2 месяцев я топился только дровами. Там вот тоже вон, сколько еще осталось маленько. Ну, это мелочь. Сейчас дочищу и скину золу с загрузки с колосника. Сперва вычищаю, чтобы горячей золы не было. И все. Так, а вот остаток. Еще как бы догорает уголь. Сейчас досыплю. И продолжим топить. Сейчас сходим на улицу. Посмотрим, сколько у нас в дымоходе. Я туда сейчас скину. Так, дымоходик наш. Давно здесь его не чистил. Смотрим, сколько здесь сажи. Колеса мне. Домерзли. Угу. Мотоблочные большие. Кстати, бесполезная покупка была. Так. Давно я тут не чистил. Все. Рукой проверил. Вот это получается за 3 месяца. Я сколько раз котел чистил, все получается сталкивал сюда, вот горизонтальную часть той чистилкой. Вот здесь вот стойник тройника. Вот такая куча тут такой вот фигни. От угля получается пепел, а вот от дров вот такая гадость. Все, на место ставим. Здесь, кстати, у меня заглушено. Раньше даже кран ставил, но конденсата не было. Вот эта гадость, она горючая. Ну, а все равно кидаю в одну бочку с золой. А
Она потом стлеет там и все. Главное бочку накрывать плотно. Крышка. Накрывать и прижимать, потому как бывает у нас ветра нехилые. Фух, пыльно, конечно. Так, ну все, идем к кочегарку. Так, теперь кочергой все это дело сейчас скину. Уголь я использую сеянный орех, потому как для котла этого лучше топлива нету. Там еще и камни есть. Горячую золу всегда оставляю в котле. Всегда. Камушек один есть. А, пускай это будет. Все, сейчас догружу угля. И дровишек маленько. Хотя дровишек можно сейчас на старт бросить, чтобы у нас пошел, говорится, прогреваться дымоход. Туда. И поглубже, потому как засыпет углем. И они гореть нормально не будут. Все, засыпаю уголь сейчас. На улице не холодно, видать, резать засыплю. Сегодня было холодно ночью. Было вроде 20. Сейчас потеплело, потеплело резко. Я и подмес ставил на 100% получается. На систему. У меня еще, кстати, контур маленького дома я отцепил, дом слил. Кран открытый, полностью слил, все. Сейчас там никого нет, как бы и топить смысла нету. Пускай вымерзает потихоньку. Все как и раньше. Маленько угля. Чуть-чуть растопки сверху. Сейчас разгорится и подсыплю углем, и все. Вот загрузка вот такая вот. В таком состоянии я не чищу вообще. Она как хорошо очистилась после угля. Буквально вторые сутки у нас идут топки углем. На улице не было в районе минус 20, и получается за 12 часов он скушал мне 4 ведра. Но при всем при этом дома было тепло. Дожигатель на своем месте работает отлично, на угле прям вообще хорошо. Все, что можно, говорится, забилось, осталась только форсунка рабочая, и все. Состояние я не знаю, какой не доставал. Но пока работает хорошо. Сейчас я теплообменник маленько почистил, горизонтальный дымоход. Ну, то, что выкинул, видели сами. А потом буду чистить, уже будет только пепел от угля. Сухая растопка, хорошо. И дымохода прогреваю где-то градусов до 150, до 250 даже бывает. А потом в три хода, и он быстренько стартует хорошо. На дровах он стартует быстрее, но отложения сами видели. Сейчас они пока выгорят, скотлагиваются, тоже время пройдет. Температура так вот упала. Ну, ставить я буду, наверное, на 55. И подмес вернуть 10% горячей обратки на котел. Сейчас разгорится, догружу. Так, три ведра в котле. Входит тут 7. Ну, с наклонной пластины без нее получается 9 ведер идет. Ну, нам столько не надо. Одноходовой режим. Ну, пока еще дрова горят. А, дымогазы очень быстро на дровах поднимаются. Вот почти 200. Можно спокойненько перевести в три хода. А, интенсивность уменьшилась. Сейчас хорошо видно, подсосов нигде нету. Все четко через дожигатель идет. Так, ладно, все. Пора мне ехать в школу. Время у нас без 28. Всем тепла и отличного дня. Всем пока. Позже еще шотик маленький сниму, как оно в стопе будет работать. Ну все, всем пока.